Анонс и дата выхода третьего сезона сериала «Два холма». Когда-то давным-давно люди считались приматами. Из-за мужских непомерных амбиций разгорались войны. Природа страдала от рук человека, и было создано биологическое оружие, унесшее жизни 99% мужчин. Женщины обособились и к 2140 году построили новый мир. Они расположились в лесах, где строили для себя новое обиталище современной техникой. Но приматы-мужчины еще существуют, грозя уничтожить шаткий женский мир. Продолжение фантастической комедии «Два холма» не анонсировано. А официальных подтверждений ждать осталось недолго, потому что съемки третьего сезона, согласно некоторым данным, стартуют уже этим летом. Скорее всего, новые серии появятся в середине 2024 года. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.